Ты храбро явился, Цып. Мы все за тобой наблюдали и были потрясены твоей отвагой. Да ладно. Я же новокур, мы все такие. Да ну? Видал я новокуров. Большинство из них были такими же храбрецами, как Люк и Ани. Ага, я с ними уже познакомился. Очень хорошие парни. Мои сыновья добрые, но трусливые, как зайцы. И мозгов у них, прости за сравнение, как у цыпленка. А это, наверное, комплимент, да? Нет. Просто люди считают курей глупыми. Ты, мой юный друг, конечно, совсем не такой. Я вас совсем не понял, фермер Стоун. Ну да ладно. Дело в том, что у меня закончились стрелы, а зомби возле большого дома еще полно. Ну, поговори с Октавием. Может, он тебе чем поможет. Дядюшка Октавий. Чем могу служить? Дядюшка Октавий, мне нужны стрелы. Да. К сожалению, мне не из чего сделать тебе стрелы. Но если сможешь, проберись в особняк и пошарь там. Да? Найди в общей спальне мой сундук. Там есть бутылочка с зельем невидимости. Если ты его выбьешь, то сможешь запросто проскользнуть между этой нечистью незамеченным. Ну, я попробую. Вы знаете, я вот когда они меня убили, я оказался в этом особняке. Как раз рядом там сундук был с надписью, с вашим именем. Да, это мой сундук. Ха, повезло тебе, что ты новокур. Мы простые люди, не такие. Что значит не такие? Если кого-то из нас убьют, мы уже не возродимся. Как так? Вот такой вот он, мир Майнкрафта, жестокий. Ну, хорошо, что я новокур. Да, если бы я был на твоем месте, все. От меня бы остались рожки да ножки. Что ж делать, фермер Стоун? Ну, иди, как сказал тебе Октавий, в особняк. Если сможешь, разживешься там стрелами, добей этих зомби. Если нет, принеси нам доспехи, оружие, все, что сможешь найти. Мы попробуем выбить их своими силами. Да, но если вас убьют, вы же пропадете, вы ж не возродитесь, как я. Делать нечего. Ферму надо освобождать. Я понял. Вы можете на меня положиться. Вам не придется рисковать понапрасну. Я проберусь в этот дом и все сделаю. Фермер Стоун, ждите меня здесь. Так, где мой крюк? Так. Я перепрыгну с дерева на дерево. Вот так. Опа. И заберусь на этот дом. Вот сюда я, наверное, зацеплюсь. Раз, раз. Ой-ой-ой-ой. Ай, ой-ой, кто-то там рычит. Кто-то страшный. Ай-яй-яй-яй. Что это такое? Что это было? Какой-то странный звук. Я спрячусь. Спрячусь здесь в углу. Страшные тут картины висят на стене. Так, это что такое? Это камин. А на полке стоит какая-то страшная голова. Так, страшный дом. Вот лестница наверх. Тук-тук-тук-тук-тук, быстренько. Ой, кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Какие страшные звуки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не могу здесь пробраться, я зацепился. Так, надо быстро. Надо пойти с другой стороны. Я попробую забраться сюда с улицы. Вот. Вот здесь. Ой, не получается. Как же мне попасть в дом? Мой крюк не работает. Зазвенело что-то. Попробую тогда на крышу. Вот так. Вот так. Вот. Раз. Ой. Здравствуйте, Большой Джек. Ну, здорово. Ну, мы видели, как ты сражался с зомби. Да, ну. Ой, а что это за звуки? Это Эндермен с кем-то сражается. С кем?
Они такие склочные. Готовы подраться с кем угодно. Понятно. Вы лучше им не попадаться. Да, лучше им не попадаться. Так какая обстановка там у нас в башне? В башне все в порядке. Фермер Стоун приказал мне прийти сюда и пошарить в ящиках. Если есть стрелы, я добью этих зомби. Ты молодец, малец. Фермер Стоун знает, что говорит. Давай, выполняй приказы. Хорошо. Я пошел. Извините, пожалуйста. И здравствуйте. Мое почтение. Мое почтение тоже. Вот он, этот сундук Октави. Какие страшные звуки. Я боюсь крови. Я знаю, вы мне уже говорили. Извините. Извините, я занят. Ух. Пустой ящик. Вот он, ящик Октавия. У него есть 4 стрелы. У него есть какой-то лук волшебный. Я возьму. Вот, зелье. Зелье невидимости. Я возьму, выпью. А это что такое? Бутылочка воды. И лапис лазули. Нет, мне это не нужно. Я выпью это зелье. И спущусь в дом. Сначала хочу проверить, что здесь есть. Что это? Это большая комната. Тут просто, наверное, кушают. Стол стоит такой. Вот посмотрю, что тут еще есть. Маул. Здравствуйте. Извините. Не хочется разговаривать. Тут у них склад, сундуки. Проваливай. А мне разрешили пошарить в сундуках? Ничего не знаю, проваливай. Ладно. Какой он сердитый дядька с топором. Не хочет, не надо. Так, а это что за комната? Ой, как все щелкает, смешно. А вы кто такой, Хонф? Добро пожаловать. Здравствуйте. У вас тут нету сундуков? Не, сундуки на складе, но тебя туда не пустят. Приказ. Я понял. На склад меня не пустили. Ну, я пойду. Пойду дальше, посмотрю, что тут еще есть. Тут я был, это спальня. Это столовая. Вот тут есть еще комната. Ой, какая-то комната. Что это они тут делают? Не, не пойду сюда. Не буду мешать. Вот я взял бутылочку. Ну давай. Ступай вниз. Может, там что-нибудь найдешь. У нас тут с припасами совсем туго. Хорошо, я пошел. Выпиваю зелье. Так, бутылочку я спрячу. Возьму, наверное, свой топор. Не, парень, топор спрячь, а то тебя сразу заметят. Хоть и так без ничего. Хорошо. Спрячу топор. Так, вниз по ступенькам, я уже знаю, я здесь уже ходил. Так, осторожно. Я слышу шаги какие-то, но никого не вижу. Так, здесь ничего нет. Книжные полки. Стулья. Ой, что это такое? Какие-то книги. Ой-ой-ой! А он меня не заметил. Смотрите. Он меня не видит. Я могу к нему подойти даже близко. А если я его потрогаю? Не буду я его трогать. Ой, он смешной. А он меня не видит, смотри. Ой, он смотрит на меня. Как это? Как это? Я же невидимка. Так, я пойду дальше. Зомби. Зомби меня не видят. Зомби меня не видят. Это здорово. А, я могу ходить. Ой, кто это? Кто это? Фу, это... Это стойка с доспехами. Ну, надо же так напугать меня. Так, вот еще доспехи. О, там зомби. Висит в воздухе. Так, я заберу эти доспехи.
Раз. Ой, раз. Я их спрячу. Так. И это я соберу. Спрячу. И факел мне не нужен. Ой. Это я забираю. Так, 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 так. Шлем я этот заберу. Так. Вот. Я все заберу. Ой, не достать мне до него. Ой, ой, высоко. Надо все спрятать. Раз. Два. Три. Бутылочку. Яичко. Тук. Эти штанишки я заберу. Так. Шлем я заберу. Вот. И ботинки. Ой, ну все. Ой, какое оно все тяжелое. Как же я это буду тащить все? На своем горбу. Ого. Еще надо найти какое-нибудь оружие. Хорошо, что меня никто не видит. Так. А, вот оружие. Вот есть меч. Ой. Опа. Опа. У меня теперь два меча есть. Ух, и всего 4 стрелы. Что же мне делать? С этим я, наверное, не справлюсь. А если я попробую убить вот этих зомби? Они меня не увидят. Я попытаюсь. Стрельну отсюда. Прямо отсюда. Раз. Он меня увидел. Он меня увидел. Ай, он меня увидел. Бежать, 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 бежать. Нет, мне с ними не справиться. Так мне сказали спрятать лук. Тогда меня никто не увидит. Так, прыгаем. Прыгаем. Ай, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бежим, бежим, бежим. Бежим быстро. Вон уже мои фермеры видят меня. А, наверх, наверх. Оп, я успел. Я успел, этот зомби за мной гнался. Но я успел убежать от него. Ух, какой жуткий. А, я могу тут зайти. Я разобью это окно. Вот, и я уже здесь. Привет, малец. Как-то необычайно ты заходишь. У нас и так тут все окна разбиты. Но извините, я боялся спускаться вниз. Там зомби меня чуть не поймал. Ну ладно, ладно, шучу. Потом починишь все. Да-да, я починю, обещаю. Я принес доспехи, сейчас дам фермерам, и мы отобьем ферму. Ну, давай, давай, молодец. Я пошел. А это ваши припасы, да? Да, все, что осталось. Вот я положу вам гнилое мясо немножко, яички. Гнилое мясо мы есть не будем. Ну ладно, давай, парень, спускайся. Если вам получится отбить ферму, то мы посадим все заново. Хорошо, я спускаюсь. Он меня видит, потому что у меня топор в руке. Смешно. Здравствуйте, фермер Стоун. Ты уже вернулся, как-то быстро ты обернулся. Да, я побывал на ферме, все передал, все рассказал им, как у нас обстоят дела, нашел доспехи, нашел два меча. Но мечи нам ни к чему, мы махать мечами не обучены. Вот топоры, вот это оружие. Ну, хорошо, вооружайтесь топорами. Я вам дам доспехи и буду ждать вас внизу. Вы одевайтесь, и мы пойдем вместе сражаться. Ну давай, только ты не путайся под ногами, потому как тебя могут убить. Хорошо. Я сложу все в ящик, хорошо? Давай, давай. Парень, мы готовы, пошли. 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 Вот один, бей его, бей, бей, бей его. Есть, мы его завалили. Пошли дальше. Пошли. Идемте, я видел там за домом. Эй, ребята, пошли за мной. Идемте. Пошли. Пошли в обход через этот дом. Идешь? Октавий пошел с другой стороны, я понял. Давайте подберемся с этой стороны, в дом зайдем. Здесь в доме есть зомби. Фермер Стоун.
Фермер Стоун, что это было? Что-то взорвалось. Фермер Стоун, идемте. Фермер Стоун, сюда. Давайте, бейте их. Фермер Стоун, помогите, помогите, помогите. Догоняйте меня. Догоняйте. Догоняйте. Вот один зомби. Бейте его. Бейте. Луцы. Вперед, вперед, вперед. Бежим, бежим. Еще. Еще один. Вот смотрите. Скелет, скелет, бейте его. Бейте, бейте. Давайте, давайте, давайте. Еще один зомби. Давайте, я помогу вам, я помогу. Давайте, давайте, бейте их. Давайте, 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 давайте. Я тоже его. Вот так вот как я его. Опа. Идем дальше. Тут есть еще много их. Идемте за мной. Где они? Где они? Где они? Где они? Они где-то прячутся. Вон один я вижу. Идем. Идемте, идем, 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 идемте за мной. Тихонько. Вот он, вот он, вот он. Бейте его. Ай-яй-яй-яй-яй, какой был взрыв. Ой, кто это? Что это? Ой, смотрите, какая яма огромная. Бейте, 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 бейте его. Давайте, давайте, давайте. Смотрите, паук, 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 да, давайте, бейте его. Что это? А, Фермер Стоун, где вы? Фермер Стоун погиб. Взорвалось что-то. Фермера Стоуна убило. Идем за мной. Идем за мной, Октавий. Октавий, проверим в этом доме. Октавий, быстро, быстро, быстро. Октавий, ты идешь? Идем быстрее смотреть. Никого нету. Нет, мы всех зачистили. Здесь никого нет. Октавий. Октавий, быстрее. Октавий, вы где? Октавий. Октавий пропал. Октавий. Октавий, тут паук огромный. Октавий, у меня стрелы. Октавий. Октавий. Я отомщу этому пауку. У меня последние стрелы остались. Есть, я убил его. Октавий погиб. Октавий погиб. Фермер Стоун погиб. Что же мне делать? Что же мне делать? Что же мне делать? Мы зачистили эту ферму. Но какой ценой? И Октавий погиб. И Фермер Стоун погиб. Я не знаю, что теперь будет. Фух, надо возвращаться на ферму и рассказать всем, что произошло. Ух. Ух, не просто это будет. Вот, опа. Вот я здесь. Большой Джек, Большой Джек, Большой Джек, мы зачистили ферму, мы всех убили. Но Октавий и фермер Стоун оба погибли. Это очень печально услышать, молодой человек. Я даже не знаю, что с нами теперь будет.